Так, всем привет, с вами Дервейсон, и сегодня я покажу, как установить готовый сервер или сделанный вами сервер на хостинг duty. Вот. Заходим в файл zip наш. Логинимся. Так. Залогинились. Да, залогинились. И открываем mod.match ресурсы. То же самое делаем в нашем сервере. И копируем все на наш вот. Вы перезаписываете сюда. Допустим, у меня скинулись туда все мои файлы, то есть моды и все, что заменено. Теперь открываем наш, точнее открываем ваш mtserver.conf, самый низ, и листаем в самый низ и копируем наши моды, какие нам нужны моды, чтобы они автономно запускались. Так, и открываем на сайте параметры запуска конфиг. justyhoster.ru — качественный хостинг для игровых серверов и сайтов. Только там вы сможете найти дешевые цены. Ссылка в описании под видео. Тоже листаем самый вниз. И вставляем. Все, сохраняем. Теперь у вас будет работать какая-то либо сборка. Всем пока, с вами был Дервейс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите следующего видео. Также прям там. Всем пока.